Добрый день. Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для музеев всей страны. Для Херсонесского музея события 1941-1945 годов составляют отдельную главу. И, как показывают архивные документы и находки, сделанные археологами в ходе полевых исследований, эту главу еще предстоит прочесть. Одно ясно совершенно точно. О Херсонесе можно говорить в эти годы очень много. Но, пожалуй, можно выделить 5 слов, которые очень ярко характеризуют подвиг музейных работников в годы Великой Отечественной войны. И слова эти следующие. Преданность, Тахтай, Стржелецкий, эвакуация, Свердловск. Преданность, потому что каждый сотрудник, независимо от того, как складывалась его судьба в годы Великой Отечественной войны, сохранял преданность Херсонесу и музею. Стржелецкий. Именно Станислав Францевич Стржелецкий сопровождал музейные коллекции в ходе эвакуации в глубокий тыл и помогал спасать коллекцию. Эвакуация. Благодаря своевременной и правильно организованной эвакуации удалось спасти музейные коллекции и вывести их целиком в город Свердловск, где они оставались в течение долгих 3 лет. Тахтай. Именно Александр Кузьмич Тахтай был тем человеком, который оставался в Херсонесе, следил за порядком и уберегал памятники городища от окончательного разрушения. Конечно же, Великая Отечественная война не прошла для музея бесследно. И придя сюда, вы можете убедиться, что память об этой войне хранят раскопки, хранят предметы, хранит Херсонесская земля. До новых встреч!